Олежка делает длительную фотосессию такую. Обычно так не делают? Ну, обычно мы в самолет к нему заходим, или здесь он очень нетерпеливый. Но сегодня у него красивая стойка в машине была. Вот. Хорошее настроение. Чудесно. Ну, настроение хорошее, да. Девушку так немножко он там это хотел. Приласкать. Вот какие зубы у нас большие. А девушка их ощутила даже на собственной руке. Что-то он погрустел. Ну, а ему улыбаться? Мясо не дали, по зубам дали. Боже, какой красавец. Так, папа, давайте-ка я... Привет. Привет, привет, привет. Садись. Смотри на маму. Не бойся. Картина девочка или... Взгляд. Аба, кого-то увидел. Смотришь? Там кто-то идет или что там? А лицо не могу. Все в школе покажешь фотографию, где ты со львом. Все, учительница тебе пятерки поставит по всем. По зоологии. Зоология. Скажи, как я провел лето? Ну, в зоологии училась. В парке Львов Тайган. Кто еще? Кто еще? Кто так делает? Садись. И ты тоже потом пойдешь, хорошо? Вот, хорошо. Да, лапы. Подожди. Зевни. Что тут делать-то? Что надо делать? Подожди, я тебе фото найду. Вот, все, нашла. Я видео тебе снимала, извиняюсь. Он шевелится. Нормально. Он шевелится, нормально? Пожалуйста, да. Он шевелится. Да, много сделал. Зая, пойди теперь ты. А можно? Александр, давайте. Зая. Лица, ты скажешь, кому же сделать? Садитесь, я сам в шоке. Садитесь, просто садитесь. Давайте команду ногам на сгибание. Да, садитесь. А, вот так. Посмотрите в камеру. Вот так. Смотрите, подружкам покажете. Просто завидуешься. Да, иди ты следующий, да? Прошу вас, молодой человек. А ну-ка, сейчас. Аба, аб. Что это? Где вы там? Там? Оп. Садитесь. Волшебная сила тапком. Тапки разбогател, Луи Виттон купил к концу сезона. Ну. А ну да, шлепки износились. Для львов Луи Виттон само то. Да, очень созвучно. Натуральная кожа. Класс. Погладь его чуть-чуть. Хороший. Так, ребята, кто еще? Давайте. Может, за еще у меня разочек? Пожалуйста, пожалуйста. А спереди нельзя, дай сюда подходить. Ну, а спереди он может лапать. А вы все равно, я снимаю видео, вы туда попадете. Вы знаете, на канале YouTube увидите себя. Садитесь, ребята, в машину, мы поедем дальше. Сейчас будем фотографировать. А можно? Давайте, конечно. У нас будет еще львы. Буду, да? Конечно. Это только первый. Ребятки. Улыбаемся. Какой у него красивый. Не бойтесь. Не, ну красивый лев, конечно. Шикарный, правда? Роскошный. Роскошный такой Лёва. Такой Лёва роскошный. Ай, такой роскошный. Можно еще погладить чуть-чуть? Лучше сзади. Лучше сзади. Садитесь, гладьте. Такой сладкий. Ай, такой хороший. Такой милый. Такой хороший. Только лапы сейчас холлясь. Лапы типа, такие, а нельзя носик трогать? Лапы большие. Большие, лапы. Я представляю, сколько тут у вас. Не можно тетю трогать. Тетя. Эдди, тебя тапочки сняла. Любит на девушку? Ему все равно, да? Он не чувствует, наверное. Садитесь в машинку, ребят, и едем дальше. Надо тапочки снять, Олег Алексеевич, с крыши. Не-не-не, я их... Хочу сфоткать. Ну, красивый. А ну, смотри, сейчас, секунду. Едем дальше.